Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В Туве госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства столкновения двух автомобилей в Кызыльском районе. Накануне 30 июля в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 11-м километре автодороги Кызыл-Эрзин произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух транспортных средств. На место происшествия была направлена следственная оперативная группа. По предварительным данным сотрудниками полиции установлено, что 30-летняя женщина, управляя машиной Toyota Chaser, двигаясь в южном направлении, не справилась с управлением, выехала навстречу, в результате чего допустило столкновение с Kia Rio под управлением 66-летнего водителя. 30 июля около 9 часов вечера приемной по республиканской больнице номер 1 с места ДТП доставлено 7 пострадавших. Все пострадавшие в экстренном порядке были обследованы, осмотрены дежурной бригадой и госпитализированы в профильное отделение. Трое пострадавших госпитализированы со скелетной травмой в травматическое отделение. Одна пострадавшая в нейрологическом отделении с черепно-мозговой травмой. Один больной отказался от госпитализации, один больной за хирургическим отделением, реанимационным отделением. Еще одна больная после операции, к сожалению, скончалась в реанимационном отделении с различными травмами, степенью травмами. На данный момент состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, один больной в реанимационном отделении оценивается как в тяжелом состоянии. В ходе осмотра автомашины Toyota Chaser в салоне сотрудники полиции обнаружили бутылки из-под спиртных напитков. Стоит также отметить, что водитель указанного транспортного средства ранее привлекалась к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Уровень воды в Енисее в черте Кызыла поднялся до 436 сантиметров. Причина – обильные осадки в конце прошлой недели. Енисей еще продолжает подниматься, но на утро подъем воды в нем начал замедляться до критического уровня, составляющего 590 сантиметров, далеко, отмечают сотрудники Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также уровень воды поднялся в реке Каахем до 353 сантиметров в черте Кызыла. Критический уровень составляет 435 сантиметров. Сейчас вода пошла на спад. В данный момент сообщения о подтоплениях населенных пунктов не было. Информацию об отсутствии сообщений о подтоплениях сел и поселков в регионе подтвердили в службе ГОЧС и в региональном главке МЧС. В Туве приветствовали участников международного конкурса «Военное ралли-2019». 30 июля у обелиска Центра Азии состоялось торжественное приветствие участников международного этапа конкурса «Военное ралли-2019». Капитанам команд России, Китая, Узбекистана, Сербии и Беларусь преподнесли белые кадаки в знак уважения. После приветствия для каждой команды была организована прогулка по Центру Азии, посещение Национального музея республики и мораловодческого хозяйства в городе Туране Пихемск. Района. В этом году в этапе международного конкурса есть изменение маршрута. Первый этап пройдет в более сказочном и живописном месте. На последнем маршруте будет увеличена протяженность. Исключены все опасные участки для обеспечения безопасности, сообщил заместитель главного судьи по материально-техническому обеспечению подполковник Илья Чугунов. Также в этом году для привлечения молодежи пройдут соревнования среди юнармейцев. Участие примут Тувинский кадетский корпус, Кызыльское президентское кадетское училище и юнармейцы. От каждой команды будет представлено 9 человек. В этом конкурсе участвую второй год. Сам являюсь водителем грузовой машины «Урал». Кроме российской команды, хорошие показатели у команды Китая. Каждому участнику на любом этапе конкурса приходится нелегко. Наша команда готовилась к конкурсу ответственно. Надеемся занять первое место. Поделился участник конкурса Адис Шойжулчаб, Россия, Тува. Напомню, второй международный этап конкурса «Военное ралли-2019» в рамках армейских международных игр пройдет в республике с 4 по 10 августа. Вся техника для конкурса представлена 55-й мотострелковой бригадой.
Сегодня, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, который позволяет приостанавливать платежи по ипотеке. Ипотечные каникулы длительностью до 6 месяцев могут быть предоставлены по просьбе заемщика, который оказался в трудной жизненной ситуации. К ним относят потерю кормильца, временную нетрудоспособность в течение 2 месяцев, признание инвалидом первой или второй группы, снижением семейного дохода супругов более чем на 30%. Президент России Владимир Путин поддержал введение ипотечных каникул на встрече с представителями общественности в Казани в феврале. И 1 мая подписал закон об этом. Ранее эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России. Больше всего их ожидают в Калмыкии, Тыве, Ингушетии, Крыму, Мордовии и Кабардино-Балкарии. Годовая инфляция в Сибири в июне этого года составила около 5% после 5,4% в мае. Замедлились темпы прироста цен по всем компонентам инфляции, сильнее всего по продовольственным товарам. Такая динамика соответствует общероссийской. Сдерживали инфляцию укрепившийся рубль и умеренная динамика потребительской активности. Продовольственная инфляция замедлилась во всех регионах Сибирского федерального округа. Основной вклад в замедление внесли цены на овощи. Благодаря хорошей погоде раньше поступили в продажу капуста, огурцы и помидоры свежего урожая. В результате капуста, которая ускоренно дорожала в последние месяцы, в июне в Сибири стоила на 16% меньше, чем год назад. Дешевле, чем в прошлом году, оставались картофель и свекла за счет больших запасов урожая 2018 года. 5-й месяц подряд в Сибири замедляется рост цен на сахар, что связано с реализацией на оптовом рынке избыточных запасов на фоне ожиданий хорошего урожая сахарной свеклы. Годовые темпы прироста цен на мясо в июне замедлились. Наиболее существенно на куриное мясо. Стабилизации цен способствовал рост конкуренции на рынке мяса и мясных продуктов за счет ввода новых мощностей и увеличения предложения. Также производители завершили перенос в цены роста стоимости кормов, коммунальных услуг, моторного топлива. При этом увеличились годовые темпы роста цен на апельсины, бананы и виноград, так как импортеры перераспределили продукцию на другие рынки сбыта. И о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 63 рубля 38 копеек, евро 70 рублей 39 копеек. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет? Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Что
Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Семейный отдых едва не обернулся трагедией на озере Хаден. 28 июля спасателям Тувинского поискового спасательного отряда сообщили, что во время отдыха на озере несовершеннолетнюю девушку унесло на надувном матрасе далеко от берега. Прибывшие спасатели на лодке нашли ее целой и невредимой. Из рассказа спасенной девушки установлены обстоятельства происшествия. Пока взрослые отдыхали на берегу, они с братьями и сестрами купались недалеко от берега. Внезапно начался сильный ветер. Подростки успели выйти из воды, а девушка, прыгнув с матраса, не рискнула. Взрослые кинулись в воду, но ветер поднял большие волны и быстро подхватил надувную конструкцию. Спасатели отметили: своевременное обращение за помощью родственников, выдержка и самообладание подростка сохранили ей жизнь. Еще одного человека успели спасти. Сотрудники управления Росгвардии Тувы во время патрулирования улиц Хлебозаводской услышали крик. Женский голос звал на помощь. Оказавшись у Енисея, они увидели женщину, которая держалась за ветки деревьев и почти уходила под воду. Мужчины незамедлительно поплыли к ней, добрались до нее и спасли. Тува встретила детей Иркутской области, пострадавших от наводнения. «Иркутск, Тува с тобой!» С такими теплыми, радушными словами команда из Центра воспитания и профилактики правонарушений, юнармейцы и воспитанники детского лагеря «Юность» во главе с первым заместителем министра образования и науки региона Светланой Ощепковой приветствовали сегодня детей, прилетевших из Иркутска. Во исполнении поручений главы республики с целью оказания помощи и поддержки детям, пострадавшим от наводнения и находящихся в трудной жизненной ситуации, министерствами образования и науки, культуры, труда и социальной политики для прибывших из Иркутской области детей в количестве 20 человек разработан индивидуальный план отдыха. Согласно плану, детей ожидает насыщенная программа отдыха в течение 20 дней, культурно-развлекательные мероприятия, прогулки по достопримечательностям Кызыла, а также выездная экскурсия в мараловодческое хозяйство города Туран. Место отдыха для них выбран детский оздоровительный лагерь «Юность». Водитель может лишиться прав, не уступив скорой. Приняты поправки, усиливающие наказание за помеху работе врачей. Об этом сообщает сайт Государственной Думы России. Поправки в КУАП, касающиеся ужесточения наказания за отказ пропустить машину скорой помощи, приняли во втором чтении. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что ответственность за нарушение будет дифференцироваться. Наказание теперь зависит от тяжести вреда, причиненного пациенту. За отказ уступить дорогу водитель заплатит от 3 до 5 тысяч рублей или лишится прав на срок до 2 лет. Если по вине нарушителя погиб человек, лихачу грозит лишение свободы вплоть до 4 лет. Напомним, сейчас ответственность за правонарушение – это штраф в 500 рублей. В селе Тели Байтагинского района появится Центр развития культуры и творчества. Вероятно, он будет открыт на базе местного дома культуры, который предварительно отремонтируют, сообщил на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава Тувы Шалбан Караул. Он принял это решение на встрече с гражданами в рамках своего визита в Байтагинский район. Это место должно стать точкой притяжения талантов и почитателей творчества и искусства, гнездом всех новых дарований, написал глава Тувы. Жители Байтайги подняли также вопросы ремонта дороги Акдавурак-Тели. Шалбан Караул пообещал, что дорогу отремонтируют. Напомним, после встречи Шалбана Караула с байтайгинцами в 2014 году в районе было построено 13 мостов, проложена грунтовка до Байтайги, куда много лет не существовало нормального проезда. Также капитально отремонтировали участки и мосты по маршруту Акдавурак-Карахоль. Сейчас проводится конкурс на строительство подъездной дороги к селу Карахоль через реку Тапса.
По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. Грозы, возможен град. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Местами при грозах от 13 до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13 градусов. Местами плюс 2, плюс 7 градусов. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 30 градусов. Местами плюс 18, плюс 23 градуса. В Кызыле переменная облачность без осадков. Возможна гроза. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.